Это время стук в дверь. Девочка открыла, моя, ей 17 лет, открыла она. И вот стоял парень с пистолетом. И он хотел прямо войти. Не то что войти, он хотел ворваться. Я вытолкнула его и сказала, что я позвоню. Он попросил позвать. Ну, сперва попросил за помощь, а потом попросил, чтобы ему позвонили. Я закрыла дверь. И после этого мы начали звонить. მოგესალმებით. Უპირველეს ყოვლისა მინდა სამზიმარი გამოუცხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტერისტული ცენტრის განყოფილების უფროს სურაბ ქლივიძის ოჯახის წევრებს და მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს.